Областная библиотека имени Турагырова запустила необычный проект. Объявляет 15-й день каждого месяца национальным днем. Главная цель – знакомство с духовными ценностями казахского народа. Сегодня областную библиотеку можно было принять за небольшой швейный цех. Руководство учреждения выступило с инициативы объявлять 15 числа каждого месяца национальным днем Ұлттық күні. Будет посвящаться традициям и обычаям казахского народа. И не только традициям, но и, например, у нас есть в плане день казахского языка провести, день танцев, день музыки. В общем, самая разнообразная тематика, все, что касается казахского народа. Сегодня у нас день национальной одежды и день национальных украшений. Мы хотим показать всю красоту нашей национальной одежды. И особенно девушки сейчас уже, наверное, в тренде носить такья и какие-то украшения из казахских украшений. Вообще, очень многие сейчас поддержали эту идею и хотят участвовать. Здесь же провели мастер-класс пошив такия. Как говорится, от слов к делу. По мнению Шолпан Шахметовой, если подойти к делу со всей душой, то все сложится. Очень легко шить своими руками и носить. А украсить ее всякими украшениями, которые есть в продаже в магазинах. Поэтому я думаю, что наше начинание получит большой резонанс. А именно в марте месяце у нас будет день традиций казахского народа. И мы покажем все, что есть у нас в перечне традиций казахского народа. Что это важно, потому что сейчас уже в молодом возрасте закладываются основы наших традиций. И они дальше уже должны передавать, конечно, это все... красоту, всю историю наших национальных традиций и истории казахского народа. Итак, головной убор такия готов. Теперь можно добавить украшения и все. Осталось провести дефиле вшитых собственными руками такия. А ровно через месяц здесь обещают провести День национальных традиций. Будем ждать с интересом. Мурат Билмажит, Евгений Олейник, и это Сахпарат.